причем сплоченная, для создания которой мне нужно быть достойным, честным человеком, уметь прислушиваться к мнению других, ценить их время. Я постоянно работаю над этими качествами и считаю, что становлюсь лучше с каждым днем. В будущем надеюсь, что моя работа послужит только на благо людей. Спасибо. Участник под номером 2. Павел Четырки, Институт национальной культуры. Сейчас перед вами две известные личности. Сергей Прокофьев и Павел Четырки. Вы можете с легкостью заметить их различия, но я назову вам их сходство. Они оба композитора, только один жил в 20 веке в Москве, а другой в 21 в Саранске. Их творчество не имеет границ. Перу одного принадлежит 8 опер и 7 симфоний, а автотюну другого более 10 треков. И тому и другому любовь к музыке привили близкие им люди. У одного мать, исполнявшая Бетховена и Шопена, у другого лучший друг, включивший песни Егора Крида. Итак, перечислив их сходство, я могу назвать одно существенное отличие. Только один из них может получить титул «Сокол Ясный 2020». Участник под номером 3 – Евгений Верещагин. На данный момент я не всемирно тот известный адвокат, как Алан Дершавис, но уже 18 лет имею с ним сходство. Алан Дершавис в 28 лет стал самым известным и молодым преподавателем права в Гарвардском университете. А я в 17 лет стал самым молодым чемпионом Российского студенческого спортивного союза в нашем университете. Мы оба мечтаем, что общество переборет правовой нигилизм и станет жить под одним крылом закона. Ведь как сказал Михаил Афанасьевич Булгаков, на преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было. Сохраните свои руки чистыми до самой старости. Спасибо. Участник под номером 4. Иван Кузьмичев, медицинский институт. Добрый вечер. Меня зовут Кузьмичев Иван. Я студент медицинского института специальности педиатрии. С великим русским педиатром Леонидом Михайловичем Гошалем у меня много общего. Это любовь к детям, любовь к медицине, доброжелательность и умение брать на себя ответственность. Но еще очень многому мне предстоит научиться. Например, мужественности, как у Леонида Михайловича. Он спас очень много жизней в катастрофах. Он вступал в переговоры с террористами в Беслане и на Дубровке. Леонид Михайлович имеет гордое звание детский доктор мира и является образцом врача-педиатра для всех, в том числе и для меня. Спасибо. Участник под номером 5. Ибрагим Бенерсер, студенческий городок. Глаголом «жги сердца людей» великий человек говорил. И я хочу вам доказать, что одинаковых кровей мы с ним. Я тоже в Африке родился. Откуда родом Пушкин наш? Я тоже преуспел влюбиться, хотя наш гений и не раз. Французский – мой родной язык. И Пушкин тоже знал не хуже. Cherchez une femme pour l'inspiration. Искать все вдохновение лишь в ней нам нужно. Я знаю, что мой герой когда-то печально свой дверь проиграл. И я попытаюсь выиграть «Сокол ясный», ведь это подвиг на жуанский и просто ясная мечта. В области электротехники и радиотехники. Ученый, физик, инженер. Почему я считаю его великим человеком? Он спал всего 2 часа в сутки. Все остальное время он работал, не покладая рук. Ученый обладал феноменальной памятью. Во время работы ему не нужны были схемы. Они были в его голове. Многим людям в наше время трудно дается второй язык, а Никола Тесла разговаривал на 8 языках. Кроме того, он предсказал появление интернета. На меня оказалось сильное воздействие одна из его фраз. Вам знакомо выражение «выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все. Данная цитата является моим девизом по жизни. Участник под номером 7. Ильшат Шамшидинов. Исполнительный институт.
ученого, историка, поэта и филолога Михаила Васильевича Ломоносова. Ломоносов – яркий пример универсального человека, но мало кто задумывается, что за глубиной труда и упорства скрывается самый простой человек. Однажды, во время спора, он сломал нос немецкому академику. Быть собой – это одна из немногих причин, объединяющих нас с Михаилом Васильевичем. Для многих я беззаботный, веселый татарин, но мало кто знает о моей сентиментальности. Пустить слезу за любимым фильмом, долгое время переживать из-за мелочи. И только самые близкие уверены, что я не подведу их в трудную ситуацию. Важно всегда и везде оставаться самим собой. Будь ты великий ученый или простой мальчишка СИСИ. Спасибо. Поклониться, дамы и господа. На этот вечер я ваш поэт, я ваш лингвист, вечный странник и ваш покорный слуга-переводчик Роман Якобсон. Я в совершенстве владею самым важным изобретением человечества — словом. Словом, которое может превратиться в знакомую мелодию, рожденную не на моем любимом фортепиано, или сподвигнуть на самые безумные поступки. Словом, которое может остановить все. Слово, которое может остановить все бессмысленные войны. Мой друг Маяковский сказал однажды: гвоздями слов прибит к бумаге яд. Но в моем случае гвозди прибили сразу из трех стран. Маркелов Максим, факультет иностранных языков. To your service. Вот мы и познакомились с восемью соколами. И давайте их под бурные аплодисменты проводим за кулисы, готовиться к следующему этапу. От микрофона приглашается участник по номерам 9 Денис Захаров, Институт механики и энергетики. Всем добрый вечер. Перед вами Захаров Денис, инженер в 21-м поколении. Я, как и мой образ Леонардо да Винчи, вершина инженерии. Благодаря нам вы живете в нашем мире с комфортом. Нужно вам в Турцию? Вы летите на моем творении. Ну а если вы захотите выйти раньше? 501, 502, 503. Видеонаблюдение сразу и за всеми. Вот на кого у нас смотрит? На тебя или на тебя, не задумывайтесь, на обоих. Но факт заключается в том, что мой персонаж был ленивым, и несмотря на все свои творения, он и тогда останавливался на полпути. Но я... Но я не допущу ошибок Леонардо да Винчи и доведу свое дело до конца. Михаила Михайловича Бахтина и Артема Чекужова связывает многое. Вот меня отправляли в ссылку в Мордовию, а Артем здесь родился. Так мало того, я хотя бы жил в центре города, а он вообще схимаша. Крепкий парень, что сказать. Вот я создал универсальную теорию народной смеховой культуры, а он выиграл финал КВН нашего университета. И как я однажды сказал, нет ничего абсолютно мертвого. У каждой эпохи будет свой праздник Возрождения. И сегодня этот праздник под номером 10. Участник под номером 11. Артур Киришов. Географический факультет. Леди и джентльмены, Кук, Джеймс Кук, мои плаватели и следователь. В те времена, когда хождение по морям было опасным делом, когда у людей выпадали зубы от цинги, и они держали за животы от тифа, он, хоть не первый, но обогнул земной шар трижды и совершил множество открытий. Узнал, что в Австралии все животные сумками и не перевернуты вверх ногами, как вы могли думать. Но мне близок по духу этот персонаж. Я, как и он, начинал с самых низов. Он работал фермером и грузил уголь на корабле.
Ну, а я просто саранских не зову. Участник под номером 12, Олег Егоров. Алло, с Юлей. А умеет ли думать машина? Если да, то какие у них мысли? Ответы на эти вопросы знают математики и программисты. Те, кто закладывает душу и разум в это холодное железо. Думать это так просто. Если хотите подружиться с этими огромными машинами, изобретайте. Думайте нестандартно. Рискуйте и будьте настойчивыми, но не слепыми. Смекалкой и трезвостью ума. Это главные инструменты в огромной гонке за первенство. И помните, победа – это не прямой путь успеха. Это череда боли и разочарования. Но тот, кто падает 7 раз и каждый раз встает, познает истинное наслаждение. Участник по номерам 13 Михаил Козин, юридический факультет. С самого детства я мечтал помогать людям и защищать их от несправедливости. Поэтому я решил связать свою жизнь с юриспруденцией. Я и представить себе не мог, что после университета мне посчастливится создать такую потрясающую карьеру. Через меня прошло много дел. Дело Вера Засулич, крушение императорского поезда, гибель парохода «Владимир». Но главным венцом всей своей жизни я считаю написанный мною труд «Отцы и дети судебной реформы». Что-то я задержался. За сим прощаюсь. Участник под номером 14 – Кирилл Чмиль, Институт электроники и светотехники. Лампы все придумал я, люминесценты и накаливания. А вообще я очень хитрым был, до сих пор таким я остаюсь. Лампы я не создавал, я их только лишь патентовал. Даже сейчас я немножко схитрил, я не Эдисон, ночной Кирилл. Я актер, танцор, певец, бывший в карте, но владец. Скажите, почему я здесь, я сам бегу в карты проиграл. Запомните, это не сон, теперь я Томас Эдисон. Участник по номерам 15 – Сергей Ларионов, Аграрный институт. В жизни каждого человека должны быть не кумиры, а ориентиры. Люди, чьей судьбой ты гордишься, мечтаешь, пытаешься достичь высот. Для меня таким образцом любви к делу, любви к жизни стал известный ученый, талантливый и открытый творческий человек – это Леонид Петрович Тельцов. Он академик, заслуженный деятель науки России. Он являлся организатором большой научной школы, которая известна во всем мире. Также он замечательный поэт, художник, композитор, писатель и певец. Я тоже люблю писать стихи, люблю искусство и считаю, что моя профессия ветеринария – самая гуманная, требующая большого душевного роста и искренней доброты. Я, Ларионов Сергей, горжусь, что учусь в Аграрном институте. Спасибо. Участник под номером 16, Илья Гребнев, экономический институт. Добрый вечер, дорогие друзья. Я выбрал персонажа Карл Маркс. Я знаю, что это самый великий экономист своего времени. Но для того, чтобы узнать его побольше, мне нужна помощь. Я знаю, что мне поможет. Это, конечно же, Википедия. Википедия все у нас знает, да? Так, Карл Маркс. Ага, Карл Маркс. Слушайте, да мы с ним вообще не похожи. Но мне кажется, я смогу это изменить. Как вам такое? Илья Гребнев Маркс. 20 августа 2000 года рождения. Мне кажется, уже похоже, да? Итак, биография. Он родился в провинциальном городе на окраине Германии, а я родился на окраине Саранска, на старом Кимаше. Но помимо экономики я занимаюсь активной внеучебной деятельностью. Итак, мне кажется, мы уже похожи с ним почти, но мне кажется, не хватает одного штришка. Вот теперь мы прям одно лицо. Посмотрите. Ну что ж, давайте еще раз громкими аплодисментами наградим наших участников и прожужим их специалистам готовиться к следующему конкурсу. Нашему вулкану дано домашнее задание – подготовить творческий номер. Так давайте же посмотрим, как они с этим справились. На сцену приглашается участник под номером 5 – Ибрагим Бенесса, студенческий городок.
все? Мужчина, вы вообще кто? Пенсионный фонд на другой улице. Да нет, я так поговорить решил. Вот раньше, помню, сядешь на лавку, сразу стихи в голову идут. Стихи? Вообще-то сейчас стихи не в моде, а вот танцы — это да. Да, пожалуйста. Прощай, под белым небом ее двора, мы расстаемся навсегда. Вообще-то, сейчас как не танцуют. Смотри, как он. Клима шла вперед.
2012. Сергей Ларионов, Аграрный институт. Вы понимаете, что Моцарт учится минимум 3 года? Эх, нифига себе.
Я в кадре медицинском учился, что мог двух Моцартов выучить. Так, я поняла, что в музыке вы ничего не понимаете. Это я в музыке ничего не понимаю. Так я каждый день слушаю. Ты пчела, я пчеловод. Валя на гелике. Время стрелять. То, что вы перечисляете, музыкой назвать нельзя. Ну, это правда. Давайте начнем с нот. До, ре, ми. Подождите, давай без этого буты. Ты скажи мне, куда жать, чтобы музыка ты играла? Лучше сначала слух давайте проверим. Спойте что-нибудь. А слух проверим, спеть это я могу. Токарь молодой, весь пошел в отца. Безымянный парень, без конца. Какой кошмар. Нет, давайте что-то. Романтичная про любовь. У меня есть песня про мою жену. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, как у кабана. Я думаю, ваша жена это не оценит. А вам-то откуда знать? Даю вам последний шанс. Ладно, для себя. Мы на пару с грустным котом. Из ветеринарки идем. На кота смотрю, смотрит кот в ответ. А есть то место, а нет. Это ужасно. Садитесь, я лучше научу вас играть, чтобы больше никогда не пели такие песни. Прошло очень много времени. Итак, Вань, я вижу, ты готов? Давай, ты сможешь. Ничего себе, как у тебя это получается? А что, там звукач кнопку нажал и сам играет. Да, Ваня, боящийся. Иди, лучше говори финальные слова. А почему я показал этот КВНовский стенд? 6 лет на этой сцене ДКИ я играл в КВН. Но ни разу не стал чемпионом. Но главный приз я все-таки получил. Благодаря МГУ и КВН я нашел свою любовь. И мне очень приятно, что в этот момент я выступаю рядом со своей женой.
Здравствуйте, друзья, болельщики, хейтеры. Но зачем вы вас так сразу? Я на победу не претендую. Свою главную награду я взял еще на первом курсе. И это был мистер географического факультета 2017. Ой, это, ребят, вы не бойтесь, а то сейчас азиатов без масок все боятся. Сейчас будет стандарт, если кто не понял. Я хоть и не резидент House of Comedy, но дешевые понты тоже имеются. Знаете, вообще, насколько ясно, отправляют либо очень талантливых людей, либо очень красивых. Ну, я не знаю, кто я из этого, но, видимо, на факультете голосовали с закрытыми глазами. Хотя, если вспомнить прошлый год, то отправляют просто тех, кого не жалко. Вот, кстати, предвидит 23 февраля всем девушкам в зале, кто будет мне дарить подарки. Носкам буду очень рад. Ну, понимаете, у меня машины нет, хожу пешком, носки быстро стираются. Вот, это, кстати, вы попробуйте правильно. Валентинки, цветы, шарики, вот вся эта лабуда. Вот кому это надо, зачем тратить, если давно известно, путь к сердцу женщины лежит через службу доставки роллов. Ну и Рафаэлку. Вообще, может мне похлопать? Нет, я не забыл всех, а в планшет я смотрю только исключительно ради вдохновения. Я уже как год сижу на диете, скоро планирую начать бегать. Не, ну вы не подумайте, просто как медики в корпусе появились, булочки начали очень быстро заканчиваться. Меня, кстати, очень часто путают с одним известным блогером, но... Я понимаю, что все взяты на лицо, но не так уж я на Олега Монгола и похож. Ну, я с 4-го корпуса, как может некоторые знают, а само здание построено в 1928 году. И через 8 лет это будет уже памятник архитектуры. И поэтому появится официальная причина, чтобы там не делать ремонт и окна не менять. Вообще, я учусь в группе, у меня в группе, вот честно признаюсь, 2,5 активиста. И представьте, остальные люди не знают такого человека, как Кирилл Шмиль. То есть в МГУ есть такие люди, да, да, я с ними учусь. Так вот, если бы они сейчас сидели в зале, они, наверное, подумали бы, что кто-то из Соколов просто с батей решил выступить. Да. Вообще, я не жалуюсь тут, или не бухчу, не лодку раскачиваю. Я рад, что я живу в России, в самой многонациональной стране. И благодаря своей внешности могу сойти за представителя любого этноса. Но так как плохо знаю языки, меня могут заместить даже свои. Кстати, вот этой расовой, так сказать, обилкой я активно пользуюсь. Живу с девушкой уже 2 года. Но она, наверное, подумала, ну раз киргиз, значит точно сделать. Бесплатный плов и ремонт. Нет, нет, ремонт-то я сразу сделал, паспорт-то она у меня отняла. Ну вообще, я рад, благодарен судьбе, что родился не мордвином. Ведь я могу спокойно учиться и работать по специальности, а не ехать в Москву на вахты. Вообще, раз я на сцене, у меня пришло посмотреть столько много людей, хочется сказать, наверное, умную какую-то вещь, глубокомысленную. Я признаюсь, я открытый анимешник, и я этого не стесняюсь. Аниме — это не тупые мультики для маленьких девочек. И это высокодуховные шедевры анимации для взрослых людей, ну, с маленькой девочкой внутри, да, что ж поделать. Ну вообще, сейчас предупрежу, начнется лирика. Хочется подарить своей девушке, сидящей в зале, шикарный букет. Но так как девушка решила сэкономить полтишок на берете и сидит на балконе, то уж извини. Вообще, я не боюсь проснуться известным, ведь для этого мне пришлось бы заснуть ноунеймом. Успех. Успех – это автошкола для современного тебя. Оргкомитет благодарит за раз Конгресс-отель. Торговый развлекательный центр «Сити-парк». 3 этажа шопинга и хорошего времяпровождения.
2, Волгоградская, 71. Оргкомитет благодарит такого развлекательный комплекс «Огарёв Плаза». Мы благодарим народный ресторан «Самовар». Легкая атмосфера, живая музыка, европейская и русская кухня. Центр современной медицины «Онегин» предлагает широкий спектр стоматологических услуг. Самые надежные методики – лечение, протезирование и ортодонтологии. «Онегин» – все самое лучшее для вашей улыбки. Встречайте! На сцене участник под номером 8 – Максим Маркелов. Давайте поддержим бурными аплодисментами нашего сокола. Бороться правильно.
танцах. Встретимся на банкете. Вот, прямо как я учил. Слышь, воробей, ты что тут вот это вот, что ты вообще тут делаешь? Долго еще будешь? Пап, вообще-то я сокол. Ой, воробей, сокол, да мне хоть петух. Все равно пернатый. Ну, как видите, с волнение я переборол. Выхожу из гримерки, стою перед дверью на сцену, и тут ко мне приходит отрицание. Ну, я это даже комментировать не хочу, внимание на экран. Меня словно ударило током. Отчаяние сразу же ушло. Мои мысли стали ясны. Я почувствовал своего рода свободу, будто я лечу. И в этот же момент передо мной предстал он. Сокол ясный. 20-20. Мы находимся по адресу коммунистической 58. Заходи, подписывайся на наш инстаграм Бронкс-Транс и участвуй в розыгрыше клуб билетов на стендап Нурмана Сабурова. Интервал. Уникальный спортивный клуб Мордовии. Попробуй интервальный тренинг на вкус. Букет СРМ. Магазин как женских, так и мужских букетов. Магазин мужской одежды ДС Дома. Один из самых популярных брендов в мире. Дома – это современные технологии и дизайн, сочетающий инновации и комфорт. Участник под номером 2 – Павел Четыркин, Институт национальной культуры. Эту песню я написал для тебя. Еще очень много песен на любви, но ни в одной из них не будет тебя, тебя. Сколько пролитых слез и сколько сорванных роз, наверное, уже не забуду никогда. Протяни свою руку, я прикоснусь к твоей коже, дай почувствовать тебя, ведь мы так похожи. И нас бросает до дрожи, мы снова топим и топим, братан, мы снова тут топим. И я напомню тебе, самая безумная, самая, 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 самая.
как вы уже поняли, я со строительного факультета. Вообще учеба на нашем факультете довольно сложная. Я и сам вот пару дней назад от зимней сессии отошел. И вообще, только на нашем факультете ответы на вопросы экзамена звучат как тост. В следующем году я буду заканчивать наш университет, и поэтому постоянно задаю себе вопрос, кем пойти работать, куда. Недавно встретил выпускницу нашего факультета. Она мне сказала, не волнуйся, каждый найдет работу по себе. Она, кстати, крановщиком работает, очень высокое мнение о себе. Продолжая тему работы, бытует мнение, что если ты чернорабочий, то значит обязательно киргиз. Нет, ребята, это не так, строители все-таки вам не расисты, да? На дворе 2020 год, время, когда социальные сети повсеместно. Люди и зарабатывают, и популярными становятся. А строители все, тоже ребят не отстают, тоже молодцы, в тренде. Ну вот, собственно, внимание на экран. Смотрю, вы появились в инстаграм-пространстве и уже активно играете. Заново можно? Хочу вызвать вас на бал. Сергей Михайлович, здравствуйте. Смотрю, вы появились в инстаграм-пространстве и уже активно играете популярность. Хочу вызвать вас на бал, дабы хайп словить. С нетерпением жду ответа, как сокол из настоящего банкета. Ну, думаю, Оксана, человек на 300 минимум хайпа словили, а заявочка уверенная, думаю. Пожелаем удачи. Вот это, кстати, официальный аккаунт нашего ректора в Инстаграме. Подписывайтесь, лайк ставьте. Ребят, нет, это не реклама, это маленький льстящий код такой, Сергей Михайлович, да? И вообще, я думаю, что в скором времени его ждут именно вот такие вот вещи. А можно озвучить? Старые игрушки во взрослой жизни не прокатывают. Ой, Лен, что-то пишет, подписчиков накрутить, а? А потом говорят, медики у нас не работают. Как не работают? Вот, ребят, молодцы. Хорошо. Ну что ж, пора заканчивать, друзья, поэтому в конце парочка фактов о себе. Я родился в Саранске, 99-м, на краю города, соколом рану ударило в голову. В 4 писал первые доклады в 2017 году, успешно поступая в МГУ. Потом учеба, свободная форма, концерты, так я становился сильнее. Занимаюсь спортом в качалке, меня не остановить. Пришел сюда я, чтобы победить. Сокол архитектурно-строительного факультета. Думаю, цифра на руке сама за себя говорит спасибо. Илья Гребнев, экономический факультет. Добрый вечер, дорогие! Пошумите громче, громче, громче! Всем привет! Меня зовут Илья, если кто не знал, то сэкономы я. Вообще учиться, это моя кредо. Виктор Дмитриевич, спасибо вам за это. Каждый год я исправно, просто плачу, верю в то, что скоро на Донбай улечу. Мне говорят, и ты решивай, Илюшечка, ведь в этом тебе поможет. Наталья Андреевна. По правилам этапа, нас должно быть трое. Я вышел один, сказали, уже много. Со студсоветом, я вообще кружу. Лена сказала, ты победи, я не шучу. Ну вообще, давайте на частоту 16 заголов. Сегодня бой идут. Никита дал нам мудрость на века. В студсовете выходите из ВК. Профилой студсовета, ведь без вас не было всего этого. И огромное спасибо администрации, ведь мы прошли аккредитацию в столовой нашей. Очень круто, там обедаю я и моя подруга. Но оцены, как в сказке. Перезвони ко мне той столовой, в городе Саранске. Саранск. Столица волонтерами нашими, она гордится. Ну а кто ими руководил сурово? Это, конечно же, Игорь Сухов. Изменения в нашем вузе мы всегда рады. Спасибо за службу, снова фейсы и баллы. Но только одно не заставляет улыбаться. Пожалуйста, верните пары по час 20. Здесь, спасибо, это, и РССС.
известным человеком, но тоже с собой. В зале Технобит, это наш ректор Сергей Михайлович Домин. Нам есть чем гордиться. В этом университет жил насыщенной жизнью, он сохранил динамичный дух развития. Спасибо вам за государство. Все лучшее вам, Российская Федерация. Получили высочайшие оценки за интеграцию со стороны организаторов команд чемпионата мира. Грозит вам же пацаны разведку! Да, это было круто, никто даже не знал, что наш любимый ректор имеет и такой талант. Но эту песню нужно закончить бодро. Скажем четыре слова, горевец этот звучит гордо. Всем спасибо за внимание. В этот вечер мы достигли понимания. С вами был Гребнев Илья. Ищите по хэштегу. Ура! На сцену приглашается участник под номером 10. Артем Чебужок, филологический факультет. Два яблока. Одно яблоко я выбросил. Артём, ну хватит, а? Тихо! Сколько яблок у тебя осталось? Артём, перестань. Тихо, я сказал. У тебя было два яблока. Одно яблоко я сожрал. Я сожрал одно! Артём, оставь ребёнка. Сколько яблок у тебя осталось? Ладно, меняем условия. У тебя было два яблока. Одно яблоко сожрал бы. Сколько яблок у тебя осталось? Ты можешь успокоиться, но перестань, а? Я сказал тихо. Никакого ТикТока, никакого Майнкрафта. У тебя больше никогда не будет дня рождения. Никаких гостей. В этот праздник мы будем сидеть с тобой и есть эти яблоки. Яблоко. Я съесть еще что-нибудь, кроме яблок? Нет, яблоки закончили. Морковь осталась. Тащи морковь. Да, вот. Ты иду, я на концерт 28 числа иду. Все, ты тратишь меня на себя. Ну что, у тебя было две морковки. Одну морковку я сожрал. Артём, она не мытая! Ничего! Пусть он видит, как отец мучается. Я сожрал с землей одну морковку. Сколько морковок у тебя осталось? Одна. Одна! Господи, он сказал одна! Радость какая! Пойду маме позвоню! Стоять! Теперь возвращаемся к яблокам. У тебя было два яблока, мамкин ты сын. У тебя было два яблока. Либо он не вырастет идиоту, либо он не вырастет вообще. Я воспитаю в нем характер, творческую личность, абстрактное мышление. У тебя было два яблока. Я твой отец. У тебя было два яблока. Одно яблоко, ты, мой сын, отдал мне одно, отцу. Сколько яблок у тебя осталось? Одно. У меня? Одно. А давай съедим. Давай. А все, яблок нет, жрать нам нечего. Вот и вся арифметика. Под номером 12 Олег Егоров, факультет математики и информационных технологий.
Новый комфортный зал, 11 столов для игры в русский бильярд. Бар, кухня и потрясающая пицца делают это место уникальным для отдыха в любой компании. Выпил Стор – магазин спортивного питания с лучшими ценами в городе. Спортивное питание является незаменимым источником энергии и полезных веществ для людей, предпочитающих активный и здоровый образ жизни. Спортивный клуб «Выпил» – прокачать свое тело в лучшем спортивном клубе города. Встречайте! На сцене участник под номером 14 Кирилл Чмиль из Института электроники и светотехники. Я на этой сцене жил. Что ж, я тоже нужна твоя помощь.
А назови числа от 1 до 24. 1. Итак, у нас есть два числа. 11 и 1. Я предлагаю поступить следующим образом. Я думаю, Олеся со мной согласится. Наш победитель – это человек, который сидит на 11-м ряду на первом месте. Пойдем к нам скорее. Бегом, 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 бегом. Шикарный подарок, это сертификат «Барбершоп». Он тебе не пригодится, но на кануне у нас 23 февраля, поэтому я думаю, ты найдешь его применение. Поздравляю тебя! Я думаю, наше жюри подвело итоги после прошедших конкурса. Да? А не совсем. Тогда мы можем еще залом пообщаться. Так, у кого бы еще узнать, кто за кого болеет? Свет, скажешь, за кого болеет, чтоб не заелись. Давай, другого кого-нибудь. Ну, блин, Свет, надо, давай. Кто после Чмеля? Вова Панов. Вова Панов участвовал в том году. Позапрошлом году, прости, Вов. Он молодец, согласна. Ладно, Артем Чекужов. Артем Чекужов, отлично. Привет, как тебя зовут? Карина. Какого факультета? С медицинского. За кого болеешь? За Ваню. За какого Ваню? За Ваню Кузьмичева. Аплодисменты Ивану! Посмотрите, какой плакат нарисовали медики своему Ване. Иди, встань. Самый сокол солнечный. Сейчас, я думаю, настал самый ожидаемый момент сегодняшнего вечера. Это время какого конкурса? Олесь, ну скажи мне. Даже не знаю, наверное, это время танцевального дефиле, друзья. Итак, встречаем наших
со мной. Ох, уже это самодеятельность. Весь состав должен отдыхать. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? Пусть любое сердце бросит музыки вдвойне. А ты, да? Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смотрел, как он таланта собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать, стаю над рекою. Зорьки легкие пришла. Участника.
Поэтому дерзайте. Голосование продлится недолго, поэтому скинуть QR-код кому-то, медикам, чтобы они нам накрутили, не у всех получится. Поэтому дерзайте. И пока жюри решает, кто же те счастливчики, что пройдут в финал, мы немного отвлечемся. Оргкомитет конкурса выражает благодарность доставке роллов «Море суши». Кинотеатр «Мадагаскар». Не знаешь, как удивить свою половинку, они помогут тебе в этом. Семейно-развлекательный центр «Мадагаскар Парк». Это море развлечений, батуты, горки, игровые автоматы и многое другое. И все это в вашем распоряжении. Проголодались? Скорее в сушку! Каждый вторник вторые роллы бесплатно, а четверг со скидкой 50%. И сушка не только вкусно, но и выгодно. Павел Четыркин, Сын национальной культуры.
Бинайса. Ильшат Шамшидина. Олег Егоров, Кирилл Чмель, Илья Гребнев, экономический студент. Ну что, уважаемые финалисты, вперед, добрый путь, новым вершинам. А тем, кто сегодня уходит со сцены, виват! Спасибо, ребята, вы были... Ибрагим, ты попал?
сожалению, все уже заметили, что русский язык для меня не родной. Но все-таки я постараюсь. Давай еще раз. Yeah!
поблагодарить от членов жюри, всех наших финалистов и особо тех, кто сегодня, к сожалению, не проходит следующий этап. Это Ибрагим Бинайса. Да. И Илья Гребнев. Они покидают. Спасибо, ребята. Аплодисменты, ребята. Друзья, условия следующего этапа не меняются. Ну, немножко ужесточаются. Вы подходите к микрофону. И только тогда вы узнаете тему. Честно. Итак, Паша. Тема для тебя. Саранс. Саранс. Город наш любимый. Тема для тебя – дружба. Дружба. Все мы тут люди, должны поддержать, мы вместе, давайте.
принимает решение всей четверке выставить баллы конкурсные и уйти для подведения итогов. Отлично. Мы продолжаем этот конкурс. Отлично. Наши члены жюри принимают решение и подводят итоги о том, кто же стал Сопром Ясным 2020. Для вас выступает педагогический отряд «Ника». Бурные аплодисменты! Oh,
все без тебя не да. Если тебе столько мета, даже подумай пистолета, когда не тебя, ты без тебя. Что?
помолчи и не хочу пропустить сначала слове мелодию, так как я люблю, так как я люблю, так как будто вдруг. Медицина права, это то, от чего не болит голова, так вы какие, эй! И защищаем полное неправильно, но все цели умолчились. Врачи мы зашли за три голова, согреваться и любили их пополам. Да, в этом мире пришел смолча, в этом мире все движения просто космос. Да, что за космос и температура, теперь давай танцуй. Что прощай тебя, я, давай танцуй. Ты не стой для меня. Сокол ясный 20-20, 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 сокол я окол, 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 окол,
этого момента, когда наконец-то мы узнаем итоги конкурса «Сокол Ясный 2020». Наши участники шли к нему на протяжении нескольких недель. Жюри готовы огласить результаты. Итак, встречайте бурными аплодисментами наших соколов! Участников.
Я бы, говоря на вашем молодежном сленге, сказал бы, что сегодня был солд-аут. Полный шлак. А наши участники, благодаря их скиллам, никто из них не допустил факапа ни одного. Это замечательный успех ребят. Каждый из них достоин быть обладателем титула «Сокол Ясный», мистер нашего университета. Все без исключения. Ну, судьба, может быть, сложность того или иного конкурса, неожиданность, с которой встречались наши участники, трудности с владением русского языка, да, но действительно, ребята молодцы. Очень приятно, что «Сокол Ясный 2020 проходит в особый год жизни нашего народа, наверное, всего человечества. Для нас, россиян, это год памяти и славы, год 75-летия победы нашего народа в Великой Отечественной войне. И мы проводим наш конкурс накануне тоже очень важного и всеми любимого праздника «День защитника Отечества». И вот я более чем уверен, что с такими соколами нам никакие трудности не страшны. Наша страна в надежных руках. Это мужество, это человечность, это лучшие качества, которые присущи сегодня современному молодому поколению, в полной мере наши ребята сегодня на этой сцене проявили. Это интеллектуальный потенциал высочайший, это умение шутить, это всевозможные способности, таланты, которые они продемонстрировали здесь, на этой сцене. Ребята, спасибо вам огромное, вы молодцы. Мы каждого из вас, сидящих в этом зале, запомнили, полюбили. Да, и это очень здорово. Я еще раз вас от души поздравляю. Особые слова благодарности я адресую тем, кто сегодня сидел в зале и вас поддерживал. Спасибо вам всем. И, конечно же, организаторам нашего конкурса, потому что проведена очень большая содержательная работа, которая позволила в очередной раз продемонстрировать вот высочайший уровень подготовки и проведения мероприятий, которые проходят на сцене Дворца культуры и искусств. Это наш общий результат, это наша общая победа. Огромное спасибо организаторам, ну и моим коллегам, которые сегодня в жюри очень серьезно и очень конкретно подходили к оценке каждого из конкурсантов. Спасибо вам. Ну и пора объявить, да, наших номинантов. По итогам онлайн-голосования приз зрительских симпатий достается Евгению Верещагину. Абонемент «Бассейн студенческий», абонемент «Тренажерный зал», сертификат на услугу от «Барбершопа Бронкс», сертификат на бесплатный напиток от сети кофеен «Бариста». В номинации «Мистер художественное слово» побеждает Сергей Ларионов, Аграрный институт. Также все участники получают сертификаты посещения «Батутного центра Батутошта» и сертификаты посещения «Глазком Футово», сертификат на слепую доставку суши в бокс, сертификат на посещение Латутов в Мегастар парке. В номинации «Мистер артистизм» побеждает
Иван Кузьмичев, медицинский институт. И Иван получает сертификат на посещение зоны батутов Мадагаскар парк и сертификат на скидку от магазина Бюферстоун. В номинации «Мисс Ти» побеждает Денис Захаров, Институт механики и математики. Номинация «Мистер Вокал». Я думаю, ни для кого не секрет, кто победил в этой номинации. И победил Олег Егоров. И победитель в ней Артур Каешов, географический факультет. Номинация «Мистер индивидуальность». И в ней побеждает Павел Четыркин, Институт национальной культуры. «Мистер Галантность» и победитель ней Евгений Верещагин, факультет вузовской подготовки и среднего профессионального образования. Номинация «Мистер оригинальность» и побеждает в ней, как думаете, кто в ней побеждает? Нет, Максим Аркелов, факультет иностранных языков. Номинация «Мистер Дружба» и победитель в ней Сергей Платонов, Институт физики и химии. Номинация «Мистер Мужество» и побеждает в ней Дмитрий Бусанин. И победитель Илья Гребнев, экономический факультет. Номинация «Мистер Талант». И в ней побеждает Кирилл Чмиль. Звание
вице-мистер университета Сокол Ясный 2020 получает Ильшат Шамкадиев. Спасибо вам всем за помощь. Может быть, кого-то забыл, простите, просто сейчас все мысли как-то перемешались в голове. Это победа за Сударушку 2019. Спасибо! Поздравляем всех мужчин с наступающим Днем защитника Отечества. До новых встреч! Просим всех участников.